то же время. Если через МКАД ехать. Через 500 метров сверните на съезд направо. Сверните на съезд направо. Если время тоже, то так будет быстрее на самом деле. Потому что он не учитывает. Нет, я просто рассказываю, он не учитывает светофоры. Время простое до светофора. Почему не учитывает? Учитывает, они же стоят, он. В качестве пробки. Он это учитывает в качестве пробки. Но если ты. Он берет среднюю, что когда светофор работает и пропускает, и когда он красный, и все стоит. То есть, если ты попадаешь на красный, у тебя увеличивается время на самом деле. Зато тем будет хорошо. Будут работать как экраны.